Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку коммунарка. Так она выглядит с кокосиком у нас сегодня. А до этого у нас была с нугой той же самой марки. Так, здесь у нас 85 грамм. Шоколад молочный с кокосовой нугой. Там была ореховая, а тут кокосовая. Интересно. Давайте посмотрим состав. Так, в составе 2 Е-добавки, а 3 даже. Даже 3. Так, на английском есть состав. Видимо, она не только в Россию прибывает. Всего 85 грамм, но надо же. Шоколадки становятся все легче и легче. Все меньше и меньше. Так, Беларусь, город Минск. Не содержит ГМО. Так, штрих-код. И вот здесь еще что-то. Что-то на английском. Процентах чего-то там. Открывается, по всей видимости, мне кажется, и с этой стороны, и с этой. Обычно, по-моему, она открывается там, где черненькая штучка есть. Сколько мы с вами уже переоткрывали шоколадок с такой вот упаковкой. Не знаю, видимо, она тонкая такая. Первый раз я открыла вот так вот, порвав этикетку. Наверное, все-таки у шоколадок Милка и Альпен Гольд вот эти вот этикетки потолще. Так, ну с этой стороны у нее не очень, в принципе, как и другой ее шоколадки. Так она выглядит сверху. В принципе, тут видно, что она такая ребристая. И давайте посмотрим. Кстати, здесь нету таких плиточек, как бывает везде, особенно «Щедрая Россия» и «Альпен Гольд». Здесь просто сколько отломаешь, столько отломаешь. Можно подойти к любимому другу и сказать: «На, отламывай». И он так ее возьмет, так... Ших, так вот, ших, спасибо, дорогой, и пойдет дальше. Вот, это мы положим. Ну, здесь довольно много этой самой нуги, такая же она беленькая, как и у той шоколадки. Вот здесь нарисована тоненькая, прям такая, здесь гораздо толще. И посерединке тут шоколада как бы больше, то есть тоже толще, здесь по бокам потоньше. Так, сейчас мы разломаем и вам покажем. Ломается довольно... Ломается, кстати, довольно хорошо. Она такая, кажется, такой очень мягкой, нежной шоколадкой. Так вот. Камера немножко плохо фокусирует, но, в принципе, я думаю, вы увидели. Особенно те моменты, как будто она... как снегом торчит, таким разнообразным тут по бокам. Кстати, она пахнет кокосом. Я чувствую, ну правильно, она же с кокосом. Так, будем пробовать вот этот большой кусочек сразу, чтобы уж мне точно уж определить вкус. Вот так я буду пробовать, как гамбургер. Пробуем. Шоколадка очень ароматная. Кокосом прям ароматно очень пахнет. Попадается сама стружка кокоса чуть-чуть. Но больше кажется, как будто она в муку перемолотая. Она чуть-чуть попадается. Очень ароматно. И когда пропадает шоколад, ощущение, как будто жуете сам. Как бы нет, как будто жуете жвачку кокосовую.
с ароматом шоколада. Ну и кокоса самого, и шоколада. И это обалденно вкусно, мне очень понравилось. Ну вот, такой бы шоколад я, наверное, купила много. Это необычно. А, такой шоколад именно с кокосом, по-моему, мы с вами еще не пробовали. Ну, разве что только Баунти есть, но оно немножко другое. А здесь именно жуешь долго и довольно долго ощущаешь вкус. Именно этот кокосовый и просто райское наслаждение. Просто наслаждаешься им. Шоколад сам не приторный. Ну, обычный молочный шоколад. Такой сладенький. Но кокос прям мне очень понравился, очень ароматный. Прям вкусный. Жуешь так вот, как жвачку жуешь. Так, давайте попробуем по традиции еще раз. А может, я сейчас еще что-то распробую. А то обычно бывает, проведешь обзор, начинаешь есть шоколадку, тут понимаешь, что там еще чего-то там не досказала. Там почувствовал еще какой-то вкус необычный. Поэтому давайте пробуем еще раз, второй раз. И, кстати, она довольно мягкая. То есть довольно мягко жуется. Если, допустим, с ореховой нугой, вот предыдущая была шоколадка, она жестковатая была, неудобно, то это довольно мягенькая, такая нежненькая. Хорошо жуется, очень вкусно, получаешь реально от вкуса удовольствие. Ну, действительно, кажется, как будто кокосовая жвачка какая-то с шоколадом вместе. И хочется ее жевать, жевать, даже не хочется, чтобы она, в принципе, пропадала. Советую, очень вкусную такую можно подарить людям, любителям кокоса, шоколада и кокоса. Мне кажется, они очень, кстати, оценят этот шоколад. Им понравится. Или тем, кто любит Баунти, например. Я думаю, они тоже оценят. Его можно и подарить, этот шоколад. В принципе, он выглядит нормально. Если не считать, как вот с той стороны, что было, ну, там более-менее такое, да, то, в принципе, он нормальный. И довольно большая, то есть довольно много начинки, чем, допустим, тут нарисовано. Вот, можно и подарить, и также, если к вам гости пришли, то есть можно на стол положить его, разломать вместе там с каким-нибудь другим шоколадом, такую шоколадную тарелочку сделать. Вот, не стыдно будет. И сверху, в принципе, он такой довольно красивый, потому что действительно бывают такие шоколадки, которые даже сверху просто смотрятся ужасно. Я уже сделал очень много обзоров, особенно на шоколад, и честно говоря, знаю, какими они бывают. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, моему сыну 2,9. Также смотрите другие обзоры. Обзоры на шоколадки, Альпен Гольд, Милка, другие шоколадки, другие разные вкусняшки из магазина Фикс Прайс, Светофор, Победа. Также других магазинов обычных. Вот. Также смотрите, у нас есть живопись, обзоры техники разной и много-много всего интересного. Подписывайтесь обязательно, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно лайки. И всем пока-пока, с вами был канал Art Mania.